пацаны забрали его один раз. Босса, держите! Босс пошел, убегайте. Разбегайтесь там все, блядь. Райф без хила не может босса держать, он погибает. Подхиливай его там. Я не могу, он в другой пачке. В другом рейде. Я же просил Тераеву выделить хила. Я похилю. Пусть сам Мухра с ним бегает. Там много хилов. Феня. Тутуфи, Вискус. Давайте чуть кучнее мобы. Мало осталось. Догрызть не должно. Что там на 11-м сервере кто-то говорил? Не прошли? Там не стали. Не, ну это неинтересно. Попробовать-то по-любому нам. Фея говорит, она на Рездасте и Тераеве. Помогите хилом кто-нибудь. Уже заканчивается моба. Ну, все равно. Не, я всегда за то, чтобы а даже не пройти, но кто? Пощупать новый контент. Видишь, они пощупали на 42-м, 41-м, а на 11-м не стали. Просто вообще нет. Ну это да. Как-то понятно смысл. Кто такой 54-й? Ну сервер, наверное. Нет, ну сервер. Там, где ульти. А, эти команды. Они тоже не смогли был сам пишет. Там Аракис ультим, по-моему, вот эта же пачка. Значит, мы будем... Мы будем одними из первопроходцев. А ты пишешь видосик? Да, минус. Надо еще прости. Забайтишь, забайтишь. Не открывай, все интересно. Главное серединку вырезать. Кстати, да, можешь сделать так же, как все, тупо вырезать мобов. Начало, чтобы никто конечно. Да-да-да. Сделай такой же видос, как у всех. Будет идеально. Будь таким же конченым. Не, ну а чё, видишь, тут как бы все старались, все проходили. Всё, все расходят. Всё, можно по боссу. Давайте убьём его сначала. Чего? Ну да, давайте попробуем. Так это пусть. Давайте. Ну и что, пол рейда дохлых, да? Ну потому что было очень-очень много. Не собрались. Соберитесь. Можно попробовать потренироваться. Кто бежит прямо по этому? Зарен, блин. Зарен, там кто ходит, блядь? Если ОФКшишь, стань в начале. Мистер Год по бому там уходит. Гераль, давай мы тебя уборщицей назначим. Будешь тряпкой грязной вещей раздавать. Тем, кто ручки не жмет и по помытым уходит. Вон, смотрите. Это вот сейчас сзади. Склоны шотнули, правильно? Свое сообщество. Ага. Я просто от всех шифтуюсь таких. На всякий случай. Я тоже, блядь. Ну да. Да просто если у вас нет шифта, как на всех боссах этой говной игры, просто не подходите к нему все. Да, я так же делаю. Шифт, если глыбы нет, то вообще тусуюсь подальше.
И лучше всего стоять сбоку. Или сбоку, или сзади. Ну, сзади, как бы, если ты не АФКшка... Сбоку можно стоять. Вот, видишь, он сбоку тоже поступит. Главное, по помытому не идти сзади. Для этого надо ручками играть. Ну да, есть время до следующего раза. Кто уже умер один раз, два раза, уходите на катапульт сразу. Ну, можем на 40 лямах туда зайти. Я только что подняли. Да элементарно, просто, блядь, не подходите, когда у вас нет шифта. Все, больше ничего не надо делать. Ну, это понятно. Всем. Помытая, да. Пол от лавы, блядь. Хотя вроде все собрались. Не так все было. Тогда уже устали все. Час тут колупались. Да просто нудёшь, вот это непонятно, не нужно ни к чему. Там, в принципе, так нормально отлетал, он больше хилился. Хорошо отлетает, когда просто никто не умирает. Ого. Ну вот Реддиш второй раз не умер. Умерло много народа, отхилился он не очень. У него, походу, есть какой-то лимит. То есть, если там 5 человек одновременно умирают, он, походу, только за 2 хилится. Либо от ХП зависит его. Я отпрыгнул там, и на краешек. Там, судя по всему, у него есть метки, до которых он может отхилиться на этапах. Тоже может быть. 40 лямов. Все, можно расходиться. Давайте, все, кто не в рейде злючки... Пока через выход из... Ну, хотя ладно, мы передамажим за это время. Ребят, можно вот здесь, прямо с центра, прыгать в обе стороны. Не надо бегать. Заходите на центр и прыгайте куда вам надо, все. Проконтролируйте там из других рейдов, все уж. Вроде я никого не вижу. Да, все равно бегут. Возьмите с центра, прыгните куда вам надо, все. Все, готовьтесь там катапульты встречать. Выключите, пожалуйста, сериал. Извиняюсь. Может, кому-то интересно. Шарики аппарат. А что, с первого дома переоделся? Он не срывается пока. А я наоборот еще дамага одел, но почему-то не срываю. Не, не хочу. Наоборот, мне так удобнее дамажить. И дамаг вырос, и босс не переодевается. Просто странно, почему. Давно. Просто тот раз у меня аккуратно. Тот раз у меня было меньше ДПС, но я его срывал. А сейчас больше ДПС, но не срывал. Мистика. Надо чуть более на центр вывести. Неудобно, там кастует лужи своим. Сейчас нормально. Хилится он как-то по-разному все время. Ну сейчас только он лям 200 отхилил. Ну, я да. Просто наблюдал. Короче, он где-то от ляма до 4 хилит. Айзарян, он не русский, да? Русский. Русский. А? Да, он не русский. Просто его... Он же вроде не в нашей пачке, или это... Он грек. А, не, в нашей, слушай. Он просто прям. Я что-то на глаза тут. Нет, да. Но он живет в любом случае получше, чем Рейдиш.
Бейте катапульты. Аккуратно. Ты ко мне неровно дышишь. Все, все, бейте катапульты. Сейчас это, не ходите сильно. Пойду я побью. Ну просто главное, чтобы он сейчас не это, не переагрился у него. Я инвиз прожал и свалил. Чтоб он не полетел за кем-то, кто... Катапульт да, надо однозначно бить всем вместе. Не полетел, короче, Спира, ты его по кругу гоняй, а я стану на выходе, если он пойдет к выходу, я попробую его переагрить просто. Да на мне мобы какие-то повисли. И вытопай себя. А? Ну я тоже так думаю. Не-не, шикарно. Ну, тоже верно. На левой катапульте есть кто живой там? Скажите, сколько там хп? Левая это... Ну, от входа, если встанут ко входу. Да, одну убили, на вторую идите. Там это я, нет, не я. Он сейчас не отхилился? Нет. Мы справа убили. Мобы не дать. А, тогда осталась одна. Ну, сейчас времени много, можно не спешить. Ну, вот, налево еще не добиться. Только мать что-то. А бабочки эти станут, да? Которые с катапульта приходят. Да. Смотрите, кто это? Кто будет добивать катапульту потом в конце? Вы когда добьете, не видите мобов под босса. Просто выйдите из данжа и зайдите заново, чтобы мобы отагрились и там остались наверху. Да их просто они прибегут. Да нет, у нас остаться не поймут сейчас эту команду. Забейте. Просто добейте просто убьем мобов. Не убивайте, блядь. Бейте мобов. Катапульты убили. Да. Да, мобов здесь будем, что ли, заливать? А, ну бейте босса, да, а мы мобов зальем. Давайте так. Full damage boss. Full damage boss. А, ну все ушли отсюда, ясно, можно уходить. Ну да, я вот тоже не понимаю. Ну они так станут секунд на 5. А, да я не знаю. И это неприятно. Вроде хотели там побить. Да его хитрые, бля, взяли, пощупались. То же самое. Сам. Я тоже туда пойду. Геральт, ты, блин, танк. Это что, приговор теперь? Что? Да. Не, ну можно остаться там мобов поводить, в принципе, одному человеку. Это немножко ускорит прохождение всего этого дела. Может быть. О, это да. Что на забытом, что на этом боссе такая же херня, на стальнокосе. Я помню. Такой я пошел и все. Ну да, что там написал? Лягушки. Это собачонки маленькие. Маленькие мобы в этой игре обычно больно кусают. Он опять не выйдет. По-моему, нас наебали где-то. Стой, подождите, на ком босс? На ком босс надо? На рездасте, по-моему. Да-да, давайте. Я пока... Ребят, не бегите, блять, по всем огням. Просто с центра прыгайте в угол. Давай, а мобов попробую с тебя снять, а ты босса убил. Вот он, смотрите, куда побежал. А тут мобы. А, он за спирой бежит. Нам что делать? Да, все катапульт убьют. Валя. Мы со спира там и с парой хилов в центре.
Да нет, лучше хилы нужны, потому что вы сдохнете, босс отравится. Ну да. Нет, просто если тебя застанет моб, ты умрешь. Слушай, он хилит тебя. Ну, окей. Я бегаю, подстраховываю. Чтобы тебе спокойно было, а то ты че? Я на всякий случай попробую мобов убить. У нас кто-то из рейда отвалился. Я, это я. Я перезахожу. Я чуть-чуть подлагиваю. Она просто решила пропустить эту фазу. Да не, я до неуязвимости вышла. Ведя, нажми кнопку бить, ты стоишь просто. А снаряды катапульты шотают или чуть-чуть снимают? Лучше не попадай. Много снимают. Снимите сразу. Вот если мобы застанут, то это все. Печально. Вторую катапульту. Короче, они улучшили дракона, теперь тем АФКшникам, которые яйца убили, надо еще чем-то заниматься. Ну да. Для всех занятия наши. Мы справа убили, слева есть там катапульта? Есть, есть, я тут, блядь, без хила не могу ничего сделать. Не знаю, мне вот эти мобы максимально не нравятся. Маленькие кусаются. Да, они станут на полчаса. Просто их кайтишь, кайтишь. Потом прилетает стан и все. Пошел урон или еще где-то есть катапульта? Здесь есть, лям 900. Лево сверху. Разбирайте пока мобов, кто в центре. Уже мало осталось. Поверь, тут на катапульте сверху ёбаная орда. О, меня что-то выкинуло. Сейчас перезайду. Всё, убили. Убили. Пошёл он. Джокер там обо хуярит, молодец. Я одного не пойму, почему они мотоциклы называют велосипедами? Там на ком обы можешь и Джокеру отводить, у них там на респе бьет стоит. Нормально. Неплохо. Джокер на удаленке пиздит мобчик. Нормально. Тоже нужно. Да, он сработал. Отстаньте, он релаксирует. Ну, кажется, я сейчас похороню Джокера, сори. Ты его подвел мобов, что ли? Как минимум, если эти мобы не станут нас под боссом, это уже плюс. Злюк, ты где? Я захожу, меня выкинул. Сейчас зайду. Ну, короче, я повожу какую-то часть мобов, потому что я смотрю, тут как-то ебано. А Джокеру тебе рот отводи. Да, пусть там развлекается с ним. А то чё он? Сейчас узнаешь, лям 300 осталось до этого момента. Там на видео вроде не появились даже второй раз, когда не запускал. Да видео вот хорошо, срезают они это видео.
Залег эти лидеры передал и сдох. Я сделал все, что смог. Да-да-да. Ну давай быстрее заходи. Страшно же, блин. Я уже здесь, если что. Я нашли, кто вы улетали. Кто-то еще улетал? Марина перезаходила. Здесь она, здесь. Из Арен. Ну тут уж все успеют зайти. 17 миллионов прошли. Ну, кстати, по кругу водить тоже неплохой вариант, если он... О, опять ему... Смотрите, башни, наверное. Смотрите, там должна стела такая появиться. Я только уже забыл, где она. По центру. Вон она. Вот, ее надо залить, заливаем. Она же была на видосе. Она выделяется. Я тоже не могу ее выделить. Ага. Чё за стела, блин? Выделяется хорошо. Просто ОЕшка меня. Поднимите замочек с босса. А, во-во-во. Босс камень, кто-то пошёл. Камень брони. Выделяется, выделяется. Нормально, да её сейчас убьют уже. Подвели, бейте по мобам и всё. Всё, сняли. Всё, по идее, дальше боссика можно пинать. Нет, Армагеддон, да. Нет, ещё нет. Ух ты, сколько, да. Ничего себе. Красиво, красиво. Ой-ой-ой. Значит, мобы, ребят. Ну, бьём мобов. Там это хилы по возможности. А, ну, подождите, подождите, тут, блядь, тихо. Эти. На респе стелы. Да, да, да. Идите на респ. Они на месте катапульт стоят. Тогда сначала разберитесь, босс. Заберите босса. Не, просто кто. А на ком босс? Его не заберешь, пока он в эмунке. Может, он не отпулился. Ком он сейчас? На месте катапульт тоже есть. Да, вон я вижу, на месте катапульт тоже вон стоит. Не, он не на мне, не на мне. Босс поднимается наверх, босс наверх поднимается. Босс наверх полетел. Всё, отыграл. Ёбана в рот, блядь. Бля. Да чё? Побежал наверх. Да, выходите, выходите сейчас все из данжа. Сбрасывайте гробы. 32 минуты осталось. Да давайте уже без... Сбрасывайте быстрее, бить уже быстрее, выходите и заходите заново. Кто не умирал, можно, соответственно, этого не делать. Но кто я думаю, он засел, блин? Грустно. Все, кто зашел, начинаем бить. Да. Да не, можем, можем успеть. Сейчас, я думаю, быстрее все будет. Уже опыт какой-то есть. Он отвыживается от того, что умирает человек, на котором он, и он агрится на следующем. Но это не обязательно топ ДПС следующий. Но там условно на любого может заагриться. В какой момент нужно так же? То есть надо отходить от босса наверх только через выход из данжа. Получается, на 17 лямов, когда появятся стелы, надо либо заранее до того, как он станет неуязвимым, туда пойти, либо через просто не надо всем бежать здесь. Заранее отходит, убил катапульт и отходит. Заранее просто. Даже если. В смысле, что человек... угадывать? Вы бьете там рейдом своим самбуковским или чьим там рейдом, блять, и все, и бейте его дальше. Я просто стал громадки на 10 секунд на 20 совсем. Нет, просто видишь, он тогда только умирает, и вообще все помимо кого. Да, это не всегда то. Очень, сейчас наша задача не то. Надо просто сейчас все оперативно сделать, время у нас еще есть. Давай. Забирайте босса, там танк. Ого. Может, всех мобов сразу заберем? Не всех, половину, потом еще половину. Всех не потянем. Ну не знаю, меня лично мобы очень быстро сбривают. Ну, пару цепнов даю, и они все на мне. Да это понятно. Это печально. Угу. Отыгрываю. Ну, если отагривает, то кто-то другой. Убежим. Приведите Джокера в центр мобов. Босс отогрелся, возьмите это самое. Босса. Возьмите босса. Проблема в том, что взять его могут... Там еще крипы. Только танки могут его взять.
Райс со стелла сможешь снять? Еще мобов надо подводить, может, уже. Сейчас мы быстрее идем. Ну да. Ну уже ж не первый раз. Сейчас мобчиков добьем, потом все, кто не умирает, быстро на босса накидывают. Пускаем его до 37, бьем башенки. Ну, фу, заставом. А как потом убегать? Через выход? Ну, можно так, да. Просто надо, чтобы он точно не переагрился, чтобы мы достаточно надамажили. Чтобы опять он не убежал за кем-то. Сань, согрей босса. Не могу, я сдох. Угу. Хила надо. Подогреть. Он, по идее, после танка должен... Если отагрится, мобы пропадут. Да-да. Не, полностью отагриться он не может, но спасть сможет с танка. Дайте хила еще. Нам главное, чтобы он наверх за кем-то не убежал. Сейчас я приведу еще мобов. Заберешь остаток? Не все заходили за мной пойти. Можешь босса захватить, а я могу уходить. Пойду доберу. Все, добиваем остатки, быстренько босика заливаем. Так он в иммуне. Не-не, потом он будет не в иммуне. Босса заберите, он сейчас придет. Все, бьем босса. Козырей зашел. Сразу проверил, кто был не готов. Сейчас первый я тебе его отдаю, он мне что-то не нравится. Опять начали умирать, Паша. Ну, у меня на АФК, видимо, в пати было, потому что просто бежали по огню. Все по огню бегают. Это печально, мы так можем не успеть. Соберитесь. Сейчас каждая смерть — это проблема.
Самое главное, кто не может бегать, кто умер больше двух раз выжил, ходите наверх сразу, через выход. Блять, кот, как кто-то другой говорит, так ты молчишь, как я говорю, так ты не души. Не, все правильно говорит, кто умер хотя бы пару раз, можете уже наверх идти. Да нет, тут как раз проблема, потому что все уверены. Не уверен по жизни, просто выходите из клана. Че он на тебя не уходит? Кристалл и душит. У него, походу, по настроению он агрится. Еле успел шифтануться. Такой прям потненький, если водить. Вот и ульту еще береги на всякий случай. То есть она еще набивалась. Я после мобов так и не добил ее. Вот как на мобах была последняя ульта, следующая у меня еще нет. Глыбу, скорее всего, не успею заюзать. По-моему, на тебя Спира перешел. Все, отходите. Отходите от Атора. Срал, блядь, ну. Киллер второй раз умирает. А кому это он, блядь, киллер? Не бегайте за боссом и отключите все автоатаку. Тут видно, что вы бежите за боссом на автоатаке. Все, все, кроме моего рейда, наверх перемещайтесь потихоньку. Через выход. Не, можно сейчас просто отойти, подождать, нам еще много дамажить. Если он ни за кем не побежит. Просто прыгайте, блядь, и все. Самухрок, катафизер, филлер. Не, ну мы же нагрели, надамажили, то есть он должен быть на ком-то из нас сейчас. Ребят, не спите наверху, катапульты вылезли, блядь, бейте их. Луёй, гоу. В принципе, с нашего рейда можно оставить меня Спира, пару хилов. Остальные могут через выход из данжа перезайти. Только через выход. Да можно через двойной прыжок с центра. Да лучше через выход. Вопрос не в этом. Вопрос, что он может туда побежать. Через выход два раза. Выходят из данжа для того, чтобы агр скинуть. 100%. Вроде все убежали, я пойду на входе стану. Все, быстренько катапульты заливаем и продолжаем. Увлекательный аттракцион.
Умус, ну тебя мобы едят, ну что стоишь? Давайте, народ, поактивнее. Время у нас впритык. Но должны успеть. Если все четко будет. Умус, если живой, кинь запрос рез. Да он на катапульте, вроде. Вон. Ну, там булка. У нас кто-то вылетел. Год. У нас вылетел год. Год, да. Булка просто уже ожила. Пришла помогать. Что там, нормально все на катапульте? Да, да, лям остался, ладно. Не надо никаких мобов. Не, надо на босс. Все, да? Это последнее было, да? Все, заливаем босс. Пошел он? Я еще не дошел. Да, пошел, пошел. Нормально. Все, все на босс. И заливаем. Булки пока не расслабляют. Я увернулся от его тела. Да, он не всеми попадает. Ну, есть именно и важный почему. Тоже. На нем сейчас висит. А помытому. Насрал. Ну кто? Кто бежит? Вот Блуд сам, ну ё-моё. Она жаба в себе. Будьте аккуратны. Да, нужен, нужен ДПС. Да, дамаг же нужен. Дайте чуть хила. Еще и мобы душат. У меня мобы больше, чем босс душат. Я понял, почему сбивается. Глыба, глыба кастуется долго. А шарик, когда он появляется, еще до того, как он начал дамажить, он уже начинает стягивать и опрокидывать. И он сбивает глыбу во время каста. У меня на прыжке что-то спотыкаться стал, сука. Ну, он прыжок тоже может сбить. Он, короче, как свинья, которая маракаса. Да, ну, в общем, да, да, там багнутая. Последний удар, если ты был в этом скеле, попадает 100%. Вот это похожее механизм. Или Теодора не спите. Приготовьтесь ко второй волне этих катапульт. Да, на вторую волну надо будет через выход. Она была, по-моему, на 17 лямах. Нет, на 17 лямах появились статуи. Статуя была, да. Они вот 20 мультов сейчас будет и появятся вторые катапульты. Сколько будет? 27 или 26. Вот сейчас уже. Что-то странное случилось. Ну, меня толкнуло в бок, и там убило, хотя там ничего не было. Катапульта. Через выход. Танки, танки станьте на всякий случай на подъемчик. Хотя бы один, да. А лучше всех. Чтоб наверняка. Мы можем пока тут мобов побить. По мобу, кстати, больше мясов, чем по боссу. Я по нему вообще не попадаю. Да, я же говорю, что по боссу нет мясов, по мобу. Смотрите, тут танки стоим. Если вдруг он побежит сюда, надо будет вниз спуститься и туда заагрить его обратно. Пока просто страхуем. Третьего шанса у нас, к сожалению, не будет. Но я думаю, на следующей неделе уже получше будет. А мы закроем на следующей неделе. Помним. Я тоже думаю, закроем. Должны закрыть. Жабки поскакали. Побольно.
Ребят, бейте катапульту, не мобов. Минус одна катапульта. А под боссом есть кто-то из хилов? Да. Сейчас я подойду по хилу. Не бежите между огнями, прыгайте через них. Они не дамажат. Там можно по парапету бежать, подпрыгнешь разок и бежишь вперед. Да уже как-нибудь пробегитесь, не важно. Прыгаешь, летишь быстрее. Спасибо. Ну, прыжок не успевает откатывать. Пешком что? Говорите там, когда урон поедет. А их две катапульты всего? Справа или? Еще катапульта не дала. Ага. Я еще мог. Все на правую сторону там целую. Да. Блять, он когда-нибудь умер? Нет, ну, уже близко. Один решил покинуть поле боя. Мопчик. Это последнее? И еще одна там пациент уже. Все, можно бить бот. А он пишется, в принципе. Ну это только что ли новая была? Просто редкая. Красивая анимация. Ну да. Человек и камень. Ой, гол. Это, видимо, рассчитано уже для тех, кто прям в голде его проходит. Ну, мы чуть раньше на вас пошли. Давайте танками пару этих, блядь, пачек позабираем. Да, мопчиков. Там же иммунка будет, на, пока мобов не убьем. Ну, просто чтоб не все под боссом были. Тогда где-то на 18 лямах надо будет пойти наверх. Да, давайте все, кто бьет. Все, кроме рейда моего, наверх. Через выход потом быстренько релок. Ебать, там моб по воздуху пошел, блядь, пидорс. Сейчас сначала в центре появится, да? Ну да, они, по идее, одновременно снимитесь. Там Джокер красава на себя берет, собак все, блядь. Кто? Джокер. Там же собаки ресаются от катапульты, тут стадо собак по 5-6 штук, короче. Он их там встречает, блядь. Да, меня душат моб. Я вон умер уже. Он забыл сам, он бегает, чек, собак 30, блядь. Дрочка. Надо. Не, я ж ничего не говорю, я сам вожу, я, блядь, дядек отвел наверх. Прям душат моб. Собаки. Короче, ладно. Я скидываю мобов, будьте аккуратны. Кому не повезло, тому не повезло. У кого мало хп, отходите прямо от босса, там хилы бегают сзади. Не заран, отходи, блядь. Ничто так не душит, как мобы. Встречайте катапульты, там эти тотемы, что оно там. Ребят, не разбегайтесь, вы сначала в центре убьем, потом все остальные.
появились. А с Стеллом? Тебе почему-то выделить? Как ее выделить? Сними за мод. Тыкай снизу как-то у основания. Не, я по кончику попадаю. Подходишь к ней, а с тобой нажимаешь. Дайте хила. Мобы угнетают. В центре умерла. А босс на ком? Через выход, если кто-то пойдет. Ну, может, скинуть? Блин, я не вышел. Спускайтесь вниз, босс убегает, босс убегает. Сагрел на себя, но, блядь, не проживу дохуя. Танки в районе выхода оживите. Он опи... Бля, ну да. Ну я поэтому не смог до босса дойти. Интересно, нет, почему он все застрял? Может, там кто-то должен на нем сидеть? Там некуда было бежать. Да я видел, а то я рядом был. Там к тебе никто, походу, не смог бы пройти. Так там еще мобы на тебе висят. Ты хочешь подойти к тебе и не можешь, не знаешь, куда бежать. С одной стороны мобы, с другой это поляна. В принципе, ладно, мы хотя бы...